Данное видео предоставлено сайтом online-gdz.net. Юнит 1, секция 1, упражнение 1. Listen to three dialogues. Match them to the pictures. Прослушайте три диалога, сопоставьте их с картинками. Первый диалог. Между Эммой и Никитой. Эмма. Good morning. I am pleased to see you. Welcome to our Explorers Club. I'm Emma. What's your name? Доброе утро. Рада видеть вас. Добро пожаловать в наш клуб исследователей. Я Эмма. Как тебя зовут? Morning, Emma. My name's Nikita Smirnov. Доброе утро, Эмма. Меня зовут Никита Смирнов. Эмма. Let me see. Никита Смирнов, Никита Смирнов. Oh, you from Russia, aren't you? Дай подумать, Никита Смирнов, Никита Смирнов. Вот ты из России, не так ли? Yes, I'm from Russia. Да, я из России. Good. Here's your badge. Take a seat in the hall, please. The meeting will start in 5 minutes. Хорошо. Это твоя нагрудная визитка. Займи место в холле. Пожалуйста, собрание начнется через 5 минут. Thanks. Спасибо. Итак, данный диалог соответствует картинке C. Поехали дальше. Итак, второй диалог между Джессикой и Марком. Hello, I'm Jessica Graham. I'm from Canada. Where are you from? Привет, я Джессика Грэм. Я из Канады. Откуда ты? Марко. Hi, nice to meet you, Jessica. I'm Marco. I'm from Italy. Have you been to England before? Привет. Рад познакомиться, Джессика. Я Марко. Я из Италии. Ты была в Англии раньше? No, it's my first visit to England. And you? Have you ever been to the United Kingdom before? Нет, это мой первый визит в Англию. А ты? Ты был раньше в Великобритании? Yes, I have. It was great to get the invitation to take part in the Explorers Club. Oh, the meeting is beginning. Let's go into the hall. Да, было так здорово получить приглашение принять участие в клубе исследователей. О, собрание начинается. Пойдем в зал. Итак, данный диалог соответствует картинке A. Следующее. Последний диалог, третий. Между Дэниелом и Оливией. Hello. What an astated bear. It looks very funny. My name's Daniel. What is your name? Привет. Какой плюшевый, милый плюшевый медвежонок. Он выглядит очень забавно. Меня зовут Дэниел. Как твое имя? Hi. I'm Olivia. It isn't a teddy bear. It's a toy koala. I brought it to the Explorers Club because I'm going to speak about this unusual animal. Besides, koalas only live in my country. Привет, я Оливия. Это не плюшевый медвежонок, это игрушечная коала. Я приобрела ее для клуба исследователей, потому что собираюсь говорить о этом необычном животном. Кроме того, коалы живут только в моей стране. О, so you're from Australia, aren't you? О, ты из Австралии, не так ли? Yes. Oh, let's hurry up and take our seats. Да, давай поспешим и займем наши места. Данный диалог соответствует картинке B. Окей, мы с вами выполнили задание, сопоставили диалоги нужным картинкам. Если вы хотите смотреть больше видео, подписывайтесь на наш канал на YouTube и группу в социальных сетях.